Всем добра. Предлагаю продолжить разговор о сказках. Сейчас скажу крайне удивительный факт. Согласно мифам от наших историков, мы утратили связь с древностью и ничего не знаем о нашей прошлой истории. На деле практически любой современный человек – это настоящий клад, кладезь вот этой вот информации, именно архаичной информации. К сожалению, данная информация сейчас зашифрована, и мы не все смыслы понимаем и можем их расшифровать. Может быть, несколько обидно я скажу для мужчин, но именно женщина является хранительницей очага. И в первую очередь они именно хранительницы той самой архаичной и носительницы той самой архаичной информации. Чтобы не быть голословным, сразу пример. Маленькие девочки бывают очень смешливыми. Скажем, собирается компания 10-12-летних девочек. В ходе игр начинают рассказывать смешные анекдоты, истории, хихикают, смеяться до упада. Чаще всего, рано или поздно, одна из девочек, ну, обычно, которая постарше, скажет: «Хватит, как бы чего плохого не вышло». Самое любопытное, такое не бывает у мальчиков. Казалось бы, почему? Что такого плохого может случиться? А вот тут очень древняя архаика. Настолько древняя, что, к сожалению, не поддается для расшифровки. Хотя, может быть, кто-нибудь сможет это понять. Смысл в следующем. Смех как-то связывали с беременностью, ее родами. Связи этой, откровенной, я не вижу. И не очень ее понимаю. Но наши предки связывали неуемный смех и беременность. К сожалению, такое архаичное знание и полную расшифровку дать я этому знанию не могу. Но зато могу сказать куда более интересную вещь и снова про беременность. Даже сейчас встречается выражение, правда, оно более саркастическое и, может быть, даже с издевательством. Это именно про беременность. Ветром надуло. Обычно такой вопрос именно про беременность, еще раз напоминаю. И снова, вопрос не идиотский и не с целью подколоть женщину. Только одно уточнение. Когда ребеночка ветром надуло, означает, что женщина беременна нежитью. Не путать с мертвым младенцем. Возможно, некие отголоски клонирования или каких-то там процессов, которые происходили в сверхтехнологичном обществе. После его гибели, возможно, после ядерной войны или взаимоуничтожения каким-то плазменным оружием, переросло это все в карго-культ. Можно напомнить про беременность от ветра или рыбы в русских сказках. Отражается на детях очень интересным фактором данная беременность. Детишки эти растут не по дням, а по часам. Иными словами, женщина не может физически родить взрослого человека, даже если он нежить. Снова происходит процесс, вот как рождение младенец, а затем нежить начинает расти и растет не по дням, а по часам. Естественно, если бы было какое-то клонирование, где могли сразу взрослых людей клонировать, то, скорее всего, женщина родами не занималась, а существовали некие инкубаторы. Вот только когда все переходит в карго-культ и сохраняется в легендах и мифах, человек описывает такими словами и вещами, которые он видит и понимает. А видит и понимает он что? Что людей может родить исключительно женщина. Кстати, про беременность от рыбы. Сказка звучит примерно так. Царица не может родить, ей приносят особую рыбу. Когда рыбу готовит служанка, то потроха рыбы она дает собаке. Как повариха сама пробует небольшой кусочек рыбы. Итог, собака приносит щенков, служанка рожает вместе с царицей, дети растут не по дням, а по часам, становятся друзьями и, главное, друг друга признают братьями. И берут на приключения эти братья с собой кого? Вот этих вот щенков той самой собаки. Причем рыба, как древнейший религиозный символ, встречается во многих религиях, в том числе в раннем христианстве. А чего же все так за эту рыбку цепляются? Попытаюсь рассказать мое видение ситуации, но оно будет фантастическим. Напоминаю один факт. Царица долгое время не может забеременеть, что является проблемой для любой замужней женщины, будь она царица или служанка. Даже сейчас обращаются в некие центры, в том числе по искусственному оплодотворению. Ну, сталкиваясь с такой проблемой. Второй момент. Рыба дает жизнь. А что, если некая рыба была логотипом некого центра по клонированию и помогала обычным женщинам с беременностью? Как быть со служанкой, тем более с собакой? Смотрим на представителей карго-культа. Скорее всего, центр с логотипом в виде рыбы был очень крутой.
Информация о нем до сих пор осталась, прошла через века. Естественно, видоизменилось. Кстати, если кто-то думает, что с логотипом в виде рыбки я ошибаюсь, докладываю, образ рыбы в христианстве, во всяком случае в раннем христианстве, это образ бессмертия и воскрешения. Тут так просто совпало. Ну так вот, что вот у разных народов, разных религий рыба как-то связана с жизнью и смертью, воскрешением и бессмертием. Возможно. Ну, какое-то странное совпадение. Кстати, кому любопытно, данный логотип выглядел примерно так. Он так сохранился во многих религиях мира, в том числе в раннем христианстве. Похож на знак гороскопа. Думаю, некоторые логотипы из древности, в том числе и в гороскопах, указаны. Теперь по скептикам. Кто скажет, что никаких центров по клонированию не было, я ошибаюсь, могу напомнить одну интересную вещь из сказки. Иногда подобная нежность порождается из дерева. Сказка выглядит примерно таким образом. Женщина в ходе работ порезала пальчик, кровь падает на дерево. Из дерева, ну дерево она срубила, сделала поленье и положила поленье сушиться в печку. Из печи раздался плач младенца, ну и продолжение сказки. Что мы видим в этой сказке? Женщина предоставила свой биологический код. Причем немного, достаточно одной капли. Данный код поместился в некое неживое, возможно, в инкубатор или в некий контейнер. Далее это неживое помещается в теплое место, где оно полежало, так сказать, было выношено и стало младенцем. Теперь представим, какой мог быть процесс. Человек сдает генетический материал, извлекается ДНК-код. Данным кодом оплодотворяет отдельную яйцеклетку, находящуюся в неком контейнере. Контейнер размещают в инкубаторе, так называемое теплое закрытое пространство. Наверное, к контейнеру подводят трубки с питательными веществами. Получается младенец. Прошла ядерная война или любая другая война с применением оружия массового поражения. И объяснение стало вот таким вот примитивным. Сохранило только свою суть. Кровь, дерево, печь. Ну, примитивным оно стало, это объяснение. Ну, нельзя вот это объяснить. Инкубатор, контейнер, а может быть, другие более умные слова были. Возникает вопрос, а почему сохранилось так много мифов и легенд именно о беременности и деторождении? Вот это как раз косвенно указывает на гибель прошлой цивилизации. Сейчас поясню. Что важнее всего для любой женщины в ее жизни? Вопросы материнства, беременности, деторождения. Более того, в 21 веке можно услышать разговоры женщин, когда одна другую рассказывает. Была я вот беременна, часто называет имя своего ребенка, каким была беременна. И тогда, то есть сам фактор для нее крайне важен. Важна беременность, деторождение и материнство. Получается, что был некий матриархат? Как ни удивительно, здесь я абсолютно на стороне официальных историков. Матриархат в том или ином виде был. Моделируем ситуацию, начинается некая ядерная война, где используется сверхмощное оружие или любое другое оружие, кроме ядерного, там, фантазия людей безгранична. Надо спасать мирное население. В первую очередь в бункер отправят детей, затем молодых и здоровых женщин репродуктивного возраста, а затем молодых и здоровых мужчин, вот уж дудки. Также, кроме женщин и детей, в бункер отправят талантливых ученых, кто может приспособить будущую цивилизацию, возродить ее, то есть то, что вот будет уничтожено. А вот уже после этого молодых и здоровых мужчин, так сказать, в последнюю очередь. Почему такая привилегия для женщин? Элементарный пример. Есть некий необитаемый остров. На нем, допустим, одна женщина и 10 мужчин. Она в любом случае будет рожать не более одного ребенка в год. Ну, если, конечно, там не близнецы, там двойня, тройня, но в среднем один ребенок в год. Если на необитаемом острове один мужчина и 10 женщин, то прирост населения может быть минимум 10 младенцев в год. Отсюда и стремление спасти как можно больше молодых и здоровых женщин. Итак, война состоялась. Использовали плазменное, ядерное, термоядерное, не знаю, там биологическое, экологическое, любое другое оружие,
планетарного такого масштаба, кто будет в основном учителями и воспитателями для кучи детей? Верный ответ – куча женщин. Мужчин не так много, и забот у них полон рот. Разумеется, мужчины в том или ином виде примут участие, но в основном в воспитании мальчиков. Но женщины будут передавать в виде своих легенд, мифов, рассказов важное для них. Почему? Да просто их физически больше, а значит, их рассказы будут звучать чаще. В итоге, как это ни удивительно, но многие не замечают такой факт. Именно из-за того, что была гибель цивилизации, такое количество сказок и легенд связано с материнством в том или ином виде. Как говорится, сказка – ложь, да в ней урок. И что мы смогли вынести из данного урока? Первое. Есть легенды, которые прямо намекают о высокоразвитой цивилизации и клонировании людей. Второе. Мы смогли примерно определить, каким был логотип фирмы, что занималась клонами и, возможно, искусственным оплодотворением. Третье. По данным сказкам и легендам, оказалось, что есть косвенные доказательства гибели цивилизации прошлого, высокоразвитой цивилизации. Ну и чтобы не утомлять вас, я с вами прощаюсь.